Итак, доброе утро, добрый день, добрый вечер всем, кто нас смотрит. Добро пожаловать на мой YouTube-канал Russian Dead Army. Почему такое название? Ну, армия последователей. Надеюсь, что мой контент вам понравится. Чем мы сегодня займемся? И я обещаю, что для моих голландских телезрителей я коротко буду рассказывать на вашем родном языке, чем мы здесь будем сегодня заниматься. Итак, welcome op mijn YouTube-канал. Waarom Russian Dead Army? Jullie snappen dat misschien. Army Leger van Volgers. Wat gaan we doen? Vandaag maken we een super gezonde shake. Сегодня мы займемся тем, что сделаем с вами великолепный, здоровый шейк из очень простых ингредиентов. Я постараюсь вам в этом помочь. Что нам понадобится? Это грейпфрут. Это яблоки, здесь даже можно и не переводить на нидерландский. Mijn Nederlandse kijkers zien dat sowieso, geen uitleg. Appels, grapefruit, spinazie, avocado. Vezels, nogmaals vezels. Ik heb bijvoorbeeld al wat water bij gedaan. Jullie mogen melk gebruiken, maar dat hoeft niet per se. Итак, используем воду для нашего шейка. Почему вода? Ну, во-первых, бытует мнение, что молоко уже не так полезно, потому что даже в животном мире детеныши вскармливаются в течение максимально 2 лет этой жидкостью, и что занадто, то нездраво. Но если вам хочется использовать молоко для вашего шейка, пожалуйста. Итак, давайте разрежем грейпфрут. Ничего сложного в этом нет. Можно использовать на самом деле его даже со шкуркой. Говорят, что там находится основное количество микроэлементов, основное количество витамина С. Кладем с вами то, что мы будем использовать для нашего шейка, соответственно, в шейкер. Более того, представим себе, что грейпфрут, во-первых, богат витамином С. Во-вторых, очень полезен, но имейте в виду, очень часто его нельзя использовать, тем более, если, не дай бог, вы принимаете какие-либо лекарства, потому что грейпфрут задерживает разложение определенного энзима, который выводит вредные вещества из вашего организма. Яблоко. Можно косточки вырезать, можно их оставлять, как вам нравится. Я для надежности вырезаю. Ну, а макова, он за Appelschon, Klockhaus machen, Julia, Raut schneiden, das hoeft nicht per se. Das hangt immer auf, wie Julia, Julia, shake will gebruiken. 2 Appels ist genug. 2 яблока достаточно, можно использовать, конечно же, больше, в зависимости от того, на какое количество человек вы будете изготавливать ваш полезный, здоровый напиток, особенно после того, как вы занимались спортом, 1,5 часа у вас углеводное окно, ну и, конечно же, в течение 24 часов можно использовать фрукты. Ну, например, шпинат очень полезен, повышает ваш иммунитет, спинази, селдеряй, сельдерей, шпинат, не только иммунитет, но еще и очень много полезных качеств, которые оценит любой взрослый мужчина. Приятные звуки, которые в скором времени превратятся в прекрасный шейк. И, конечно же, last but not least, авокадо. Все мы знаем о его полезных свойствах. Я еще раз вам напомню. Во-первых, авокадо очень полезен в то время, когда вы занимаетесь сбросом веса, если в этом есть такая необходимость. Авокадо богат полезными жирами. Более того, авокадо очень сытный, что называется, продукт, который очень полезен не только в шейках, но и для каждодневного использования. Но самое главное, что занадто, то не здраво. Используем 1 кусочек авокадо, ни в коем случае не используем косточку, потому что косточка очень вредна. Now, youngins, авокадо,
Enter is genoeg. Piet, niet gebruiken. Niet goed voor jullie. Wat gaan we verder doen? Чем займемся дальше? Я уже, безусловно, чтобы вас не утруждать, приготовил мой шейкер. Посмотрим, что из этого получится. Можно использовать на так называемом пульсовом формате, а можно использовать на уровне номер 4. Ну, давайте начнем с уровня 4. Несколько ударов так называемым пульсовым форматом. И наш прекрасный шейк готов. Я знаю, что обычно все используют бокалы, это тоже можно сделать, но вот я как-то смотрел программу с Арнольдом Шварценеггером, он еще добавляет вот в такой шейкер яйцо. Я этого делать не буду. Вот хан вы дун, Юлия, фарвахты дат игдат иншхенка мар, латвы дат мар дун зуалш Арнольд Шварценеггер дат дут. Дринках его нают деком. То есть сделаем именно так, как делает Арнольд Шварценеггер. Попробуем наш замечательный шейк. Вот прям таким образом. Любопытно. Прекрасно. Не буду вам рассказывать сразу же все секреты о том, что можно добавить, начиная от инжира и заканчивая, конечно же, бананом, который обычно я использую, но сегодня я посчитал, что я запасся достаточным количеством калорий после выходных, и сегодня, наверное, я банан использовать не буду. Ну, давайте еще раз попробуем, интересно проверить, какие ощущения сейчас я смогу получить в своем организме. Очень вкусно. Обещаю вам, что несколько раз в неделю буду к вам обращаться, изготавливать очень вкусные шейки, рассказывать о секретных ингредиентах. Здесь, конечно же, нужно отметить, что некоторые ингредиенты очень секретные. Обычно, если вы достигли совершеннолетия, тогда эти ингредиенты вам будут интересны, ну а иначе просто для общего развития. Спасибо за внимание. Ik dank jullie voor je aandacht. Ik hoop dat het bevallen is. Надеюсь, что вам понравилось вот мое такое первое к вам обращение. Если у вас будут какие-то замечания или отзывы, пожалуйста, пишите, я с удовольствием приму это к сведению. Ik wacht op jullie recensies, ik ben benieuwd. En ik hoop dat jullie kunnen iets opsteken van mijn kennis. En bovendien, ik hoop dat het absoluut bevallen is en dat jullie 1, 2, 3 keer per week naar mijn kanaal zullen blijven kijken. В любом случае, я желаю вам прекрасного дня. Надеюсь, что вы будете продолжать смотреть на мой канал. И, как говорится, первый блин комом. Спасибо. До следующих встреч.